Тепло для животных. Чтобы обитатели Черкасского зоопарка не замерзали во время отключения света, там установили буржуйки. Печи поставили в помещениях с наиболее теплолюбивыми животными и птицами. Им необходим температурный режим от 16 до 30 градусов тепла, а поддерживать его при отключениях света и отопления было невозможно. Как удалось решить проблему, далее в сюжете. Было очень холодно, он сразу изменил цвет. Видно было, что ему некомфортно и плохо. Зоолог Ирина Соловьева показывает пантерного хамелеона. Он самый теплолюбивый обитатель акватерариума. Хотя низкие температуры губительны для всех жителей этого отдела. Начинаются всякие болячки, бронхиты, пневмонии. Поэтому, в принципе, если такая низкая температура в помещении, это очень плохо, потому что во время нашей зимы температуру в себе они не могут поддерживать. Из-за этого приходится им ее откуда-то брать. Не любят холод и обезьянки. Наблюдать за тем, как животные мерзнут, было невыносимо, признаются сотрудники. Друг на друге сидели, все грелись. Мы понимали, что им холодно, но что могли-то сделать? Стелили солому, сено, как-то в домики запихивали, чтобы они могли себе утеплить. Уже говорили, если свет не появится, поснимаем свои шапки, побросаем, и пусть уже сидят на наших шапках. Решить проблему с обогревом удалось с помощью буржуек. Их установили в отделах для птиц, обезьян и террариуме. Также вмонтировали все необходимые датчики для проверки уровня углекислого газа, чтобы животные не отравились. Немного шумит, но очень эффективно. Одну из установок для обогрева демонстрирует руководитель зоопарка. Уверяет, за буржуйками сотрудники следят круглосуточно, чтобы не случилось беды. Спасительные обогреватели стоили 30 тысяч гривен. И теперь, кроме поддержания необходимой для животных температуры, зоопарк еще и экономит на отоплении. Где у нас стоят печки, мы там отключаем электрику, и у нас сохраняется температура. Эти печки значительно экономнее, нежели обычная буржуйка, потому что снизу установлен кулер. Благодаря печкам удается поддерживать комфортные 16-30 градусов для самых разных видов животных.